Еще раз добрый день, коллеги. Поговорим о эндометриозе. Почему сегодня мы говорим об этой проблеме? Ну, Во-первых, 10% женщин репродуктивного возраста, 190 миллионов женщин во всем мире, то есть каждая десятая женщина на сегодня имеет проблемы эндометриоза. Среди подростков с болезненными месячными почти 50% это эндометриоз, который не диагностирован, то есть они еще не вошли в эти 10%. А те, кто имеет хронический вид боли в тазу, особенно боль, которая не реагирует на медикаментозное лечение, на классические нестероидные противовоспалительные препараты, так эндометриоз там составляет процентов 75 в той или иной форме. Сегодня говорим о ковиде, что происходит с эндометриозом и на сайтах международных организаций. Эндометриозы 40 обращает внимание на то, что определенная доля женщин не смогли попасть к врачу, не продолжили своевременное лечение и сделали перерыв в медикаментозном лечении. Или своевременно им не прописали лекарства после операции. Ну и вот они имели обострение боли. И опять же, эндометриоз – это нейроэндокринная патология. И стрессы, которым подвергаются женщины на сегодня из-за вот этого обстоятельства, из-за ковида, это только ухудшает течение эндометриоза. И еще один интересный вопрос. Хотя он не подтвержден, но есть много предположений на счет, что эндометриоз грудной клетки, а экстрагенитальная форма эндометриоза часто встречается, так вот его часто путают с туберкулезом. Они видят это на КТ, на и вот эти женщины, как правило, инфицируются ковидом, они к этому склонны. Но вот нет таких данных. Однако рекомендуется, чтобы женщины с эндометриозом тщательно относились бы к группе повышенного риска, и им будут давать рекомендации в плане более детального наблюдения и более серьезного отношения к эпидемиологическим средствам защиты. Почему мы говорим о боли? Если посмотреть на этот слайд, вы увидите, что боль в тазу плюс дисменорея 25 процентов, диспериония плюс боль в тазу плюс дисминурея еще 25 то есть боль ⁇ это главное проявление эндометриоза. Если у женщины есть боль, то мы должны искать эндометриоз. Женщины не любят говорить о своих тазовых болях, потому что это проблемы сексуальные, проблемы их здоровья. И знаете, женщинам на сегодня... У них стало модно ходить к гинекологу в том числе, это стало уже модой. Еще 15 лет тому назад говорили... Я мечтаю дождаться того времени, когда женщины станут говорить, что у них есть свой гинеколог. Я как раз дождалась этого времени, мечта сбылась. Но женщины, которые приходят к гинекологу, они с большой радостью говорят о своих эстетических проблемах, о своих вопросах беременности. Они эту проблему постят сегодня в социальных сетях, но они не говорят при этом, что у них есть боль в тазу. И даже тазовая боль, ну, они, как правило, трактуют это, ну, что-то там с поясницей у меня, или что-то у меня там не то с позвоночником, или еще с чем-то. Но так или иначе, они не хотят сами себе признаться в том, что у них эндометриоз, потому что все понимают, что эндометриоз – это хроническое заболевание, которое будет влиять на сексуальную функцию, на... Общее состояние здоровья. Хотя не все женщины на сегодня понимают, что эндометриоз ⁇ это болезнь, при которой на 30% чаще развивается онкология. И поэтому мы на этой секции сегодня говорим и о эндометриозе. Говорим об этом с двумя онкогинекологами. И это не случайность, потому что разные онкологические заболевания... Вот 30% на 30% увеличивается частота рака яичников, молочной железы, но есть еще и гематологические раки. Вот эти вот провоспалительные цитокины, оксидативный стресс, который характерен для эндометриоза, он вызывает даже гематологические раки. Но опять-таки, если говорить об эндометриозе, то это боль. Если говорить о хронической боли в тазу, то это 20% эндометриоза. Почему хроническая тазовая боль присущая женщинам с эндометриозом. И не только тогда, когда есть большие формы. Иногда мы смотрим и не находим больших форм на ультразвуковом обследовании. Мы не обнаруживаем эндометриоидных кист. Я еще буду представлять наши исследования, которые мы делали еще в 2013 году и публиковали. Так вот тогда надо было морфологическое подтверждение эндометриоза получать. И тогда мы говорили о болях у пациентов, у которых были эндометриоидные кисты лапароскопия валамнеза, у них был эндометриоз. На сегодня эндометриоз приводит к повышению чувствительности к боли. У этих женщин чаще болит голова, чаще болит спина, даже если там нет эритроцервикального эндометриоза. У них ноги чаще болят, все у них болит чаще. Это вот эти хронические состояния, которые, с одной стороны, там, психологические расстройства, утомляемость усиливают боль. Но с другой стороны идет активация надцептивной системы, потому что меняется что-то в периферической ЦНС. Поэтому системные подходы к лечению боли очень важны. С другой стороны, есть гипотеза, что эктопическое поражение выделяет гемотоксические молекулы, которые привлекают иммунные клетки в брюшину и накапливаются в перитониальной жидкости. И это запускает секрецию провоспалительных цитокинов. А эти цитокины поддерживают рост поражения. Поэтому противовоспалительная терапия обязательно не лечить, терпеть не вариант. Нельзя, потому что будет только усугубляться заболевание, оно будет становиться еще большим. Почему в основном тазовая боль? Потому что таз, он самый и напряженный, и болевые импульсы из таза очень быстро обрабатываются. Есть еще масса других факторов, но именно эндометриоз приводит к хронической тазовой боли, и потом вот женщ... эту женщину могут оперировать, могут радикальную чудесную операцию провести. Например, женщине 50 лет, она уже исполнила репродуктивную функцию. Мы говорим, надо делать радикальную операцию, удалить максимально все поражения, поражения даже из брюшины. Иногда это огромнейшая операция. Она потом снова ощущает боль. Почему? Потому что понижен болевой порог. Мозг пациентов с хронической болью обнаруживает структурные и функциональные изменения в сравнении с контролем без боли. И эти изменения похожи на хроническую тазовую боль независимо ни от чего более. То есть нейропатическая боль свойственна эндометриозу. Там есть морфологическая составляющая, и плюс к этому есть еще нейропатическая боль. И таким образом, образуется вот этот круг воспаление, боль, потом депрессия, депрессия, боль. И вот так. Часто эти пациенты принимают антидепрессанты, антиоксиданты, нестероидные противовоспалительные средства и гормональную терапию. И вот эти все моменты обсуждаются в рамках стратегии лечения. Что еще важно? В очагах эндометриоза изменяется соотношение симпатических и сенсорных нервных клеток в эндометриоидной ткани и повышается плотность нервов в этих эндометриоидных узелках. И поэтому на сегодня уже рассматриваются рекомендации, согласно которым степень тяжести эндометриоза надо оценивать не по поражениям, как на сегодня делают. Но когда-то была классификация, которая основывалась на выявлении морфологических очагов. Ну вот таким образом, чем больше очагов, тем более тяжелая степень эндометриоза. На сегодня же мы видим, что в одном маленьком очажке может быть такое количество нервов, которые там накопились, столько там провоспалительных цитокинов, которые будут активировать нервные волокна, стимулировать сенсибилизацию периферических нервов, что мы лапароскопически посмотрим и скажем, да, у вас ничего там нету, маленький очажок, ничего страшного. Но у этой женщины ужасная боль, и она действительно не, не может жить, ее надо лечить. Поэтому мы и говорим, что не количество поражений, не величина их, а именно Степень выраженности клинических проявлений является показанием к серьезному лечению. И поэтому последнее наставление Найс NICE 2017 года говорит о том, что если у нас есть 6 месяцев или больше боли и больше ничего не обнаружено, то мы ставим диагноз эндометриоз и лечим эту пациентку с ювантимусом. Уже не говоря о дисперионии, не говоря уже о боли приместочных и даже не говоря о других клинических проявлениях, особенно симптомы ЖКТ, ну, которые хоть как-то связаны с менструацией. Боли в кишечнике, или понос, или запор, или кашель приместочных. Если что-то в жизни этой женщины изменяется, и получается боль где-то при месячных, например, рецидивирующий панкреатит. Один раз панкреатит, второй, третий, пятый раз. Когда хороший грамотный хирург наконец посмотрит там на нас тщательно, то окажется, что все эти попадания в стационар сразу после месячных случались или перед. И тогда нам надо исключать эндометриоз по самым последним критериям. Критерии ФИГО 18 года дают уточнение УЗИ критериям. Значит, мы говорили о лапароскопии, потом МРТ. А теперь мы возвращаемся к УЗИ. И вот тут посмотрите на рисунок. А. Асимметрия матки и боль дают нам основания для диагноза. Не говоря уже о миометриальных кистах всякие там тени и так далее. Вот это на самом деле очень важный момент для каждого врача. На УЗИ мы можем это все увидеть и своевременно поставить диагноз. А если мы временно поставим диагноз, то тогда есть шанс обеспечить этой женщине лучшую жизнь. А мы все хотим жить лучше, без боли, без диспреании, с нормальной грудиной, с нормальным половым режимом, с нормальным рождением детей. Потому что что нам надо? базовые цели менеджмента. Весь мир сегодня говорит не о лечении эндометриоза, а о менеджменте эндометриоза. Во многих странах на сегодня есть ассоциация пациентов, которые страдают эндометриозом, есть женщины, которые достигли нормального качества жизни, они готовы делиться этим, они готовы рассказывать об этом, чтобы помочь другим своим коллежанкам избежать этой проблемы. Что нам надо? Устранить симптомы. Симптомы это боль и обильные месячные. И восстановить качество жизни. Хроническая боль всегда будет вызывать депрессионные расстройства и так далее. Далее, устранить или избегать рецидивов заболевания. И повторных операционных вмешательств в будущем. Мы должны помнить, что у женщины с эндометриозом должна в жизни быть одна операция, если вообще она должна быть. В ее жизни не должно быть 2, 3, 5 операций. В общем, каждый хирург, который хочет оперировать женщину с эндометриозом, должен рассматривать это так. Степень выраженности эндометриоза. Сможет ли он технически, имея оборудование, опыт, выполнять операцию радикально? И надо ли этой женщине в этот момент эта радикальная операция? Вот на этом слайде мы видим один пункт, вот я пока не комментировал, это восстановление фертильности. В 20% бесплодия асимптомное течение эндометриоза является причиной вот, бесплодия. Если мы обследуем женщину с эндометриозом, мы допустить должны сначала, что у нее может быть эндометриоз. Мы должны очень тщательно посмотреть, даже если там небольшая асимметрия матки, мы должны допустить эндометриоз, предположить его, пролечить ее как пациентку с эндометриозом, а потом уже позволять себе что-то стимулировать. Потому что любая стимуляция дает высокий уровень эстрогенов в сыворотке крови. И буквально сегодня у меня была пациентка на приеме, у которой было 4 стимуляции, и в результате узел появился. Появилась узловая форма эндометриоза о которой будет говорить Елена Петровна. Но вот как-то надо ее так пролечить, чтобы не было радикальной операции, чтобы не было рубца на матке. И тогда мы думаем о эмболизации, фузообляции. Вот что же сделать с этим узлом, который вырос из-за стимуляции. А может и без нее, кто знает. Возвращаемся снова к руководству НАЙС. NICE. Мы видим, что фармакологическая... Схема управления болью есть медикаментозные препараты, которые уменьшают боль. Мы видим анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства, нейропатическая боль, ну и, конечно, золотой стандарт – гормональная терапия. Но это золотой стандарт, это понятно. И в нашем исследовании, о котором я сейчас расскажу, мне, вот, кстати, нравится периоды, когда можешь возвращаться к своим старым публикациям и понимать, что пришло время вот тогда мы делали, это было что-то новое, но оно не сегодня актуально. Вот думаешь, вот тогда можно было бы на 6 месяцев продлить это лечение. А на сегодня эти рекомендации никуда не делись. Сейчас уже пишут в руководствах, что мы должны давать гистоген терапию на 6 месяцев при лечении эндометриоза. Тогда мы это делали в течение трех месяцев. Но опять же скажу, что боль на сегодня, в 2017 году, вот мы говорим о фармакологическом управлении болью. И еще вот есть ссылочка на один сайт, можете зайти посмотреть, почему все разрешается. И мануальная терапия, и рефлексотерапия, и остеопатия. Иногда говорят, о, это шарлатаны. Но понимаете, почему? Вот если на сегодня было бы что-то, что на 100% дало бы результат, мы могли бы говорить действительно, да, и рекомендации есть по питанию, и тазовые упражнения йога пилатес, и стратегия ориентированная на эмоции, медитация, расслабленность, работа с психологом. Но это не дает стопроцентного результата. Хирургия тоже не дает стопроцентного результата. Даже гормоны вместе с хирургией тоже не дают. Поэтому мир сегодня в поиске и в Руководство по эндометриозу нам рекомендует все, все, что не противопоказано. Даже использование тепла, хотя у меня вопрос это же гиперпролиферативная патология, но опять-таки это снимет боль. Таким образом, перспективное направление. Одним из них являются терапевтические подходы, направленные на устранение оксидативного дисбаланса и стресса. И тут есть очень много вопросов дискуссионных. Я сейчас попробую пройтись по ним. Если бы в организме было все так просто, как иногда кажется на поверхности, вот я когда была молодой, молодым доктором, они говорили, как это они пишут, такого не бывает, есть такой-то механизм, такая-то рекомендация. Я помню, приехала в Киев, такая умная, в 33 года за отделением, я так хорошо читала, имела хорошую память, была такой крепкой, я думаю, какие они, вот я даже говорила, это неправильно сделали, это неграмотно сделали, я понимаю теперь, какая я была тогда не мудрая, теперь я понимаю, что меняется жизнь, появляются новые данные, и мы иногда думаем, а почему, клинически работает, а по патофизиологии не должно было бы, но клинически работает, дает результат, начинаешь докапываться, почему же но клинически работает. Я очень уважаю Андрея Чиназани, мы часто приглашаем его, и он говорит, клиника for the first, господа, то есть клиника, прежде очередь, вот почему вообще менструация – это гипоксия. Матка – это орган, который имеет высокую васкуляризацию. И Эндометрий должен находиться под влиянием большой концентрации кислорода. В условиях гипоксии клетки поддаются эпигенетической модуляции и развивается процесс ангиогенеза, стерогенеза воспаления, метаболический подход. То есть для того, чтобы клетки нормального эндометрия восстанавливаться начали, должна быть гипоксия в ходе менструации. Она должна это простимулировать. То есть определенная гипоксия нужна. И она есть при каждой менструации. Если менструация с болью, значит эта гипоксия чрезмерная. Вот есть сложная сеть генная регулирующая, которая регулирует гипоксию. И вот эта управляемая гипоксия должна обеспечивать выживание в таком вражеском перитониальном окружении, то есть клетки, которые попадают в брюшину, в другие органы и системы. Если этой гипоксии в организме больше, чем надо, ну вот в матке должно быть столько, сколько должно быть. Раньше я говорила, в эндокринологии есть правило. Мало плохо, много плохо. Теперь я понимаю, что это правило так и в жизни есть. В организме человека оно есть, в обществе, везде. Мало плохо, мало ешь, умрешь от голода, много ешь, заболеешь, ожиреешь. Мало говоришь, никто не будет знать, что ты какую-то информацию хочешь передать. Много говоришь, все подумают, что ты просто болтун и что-то не так. И вот смотрите, что касается эндометриоза. У женщин с эндометриозом, почему оксидативный стресс? У них повышен уровень железа, который активизирует генерацию свободных радикалов. Повышаются маркеры оксидативного стресса в сыворотке крови, в перитениальной жидкости, в фолликулярной жидкости, в тканях яичников. И таким образом вот эти свободные радикалы регулируют эпигенетические процессы, такие как метилирование ДНК, гистона титрирование гестона. И вот вам, пожалуйста, объяснение. Вот свежая публикация, самая свежая. Это объяснение результатов этого шведского исследования, на которое я ссылалась, что женщины с эндометриозом на 30% имеют больший риск онкологической патологии. Вот эта активация процессов метилирования как раз и приводит к развитию. Если есть хроническая активация процессов метилирования, то развивается онкологическая патология. И вот тут мы видим на этом слайде, я уже на эту публикацию ссылался, это 2013 год. Что происходит? Ретрогонадная менструация, эктопический эндометрий, чрезмерное железо, хронический оксидативный стресс, поражается ДНК и ее клетки. С другой стороны, есть воспалительный процесс, хроническое воспаление плюс повышенное железо. Поэтому надо устранять Месячная, но хорошо почему хорошо гистогены? Надо устранить еще болевый синдром. Что еще происходит? При гипоксии главный момент это активность носинтетазы. И самое большое значение в снижении эндотели зависимой дилатации принадлежит этому внутриклеточному оксидативному стрессу. Изменяется локально уровень эларгенина. И вот что происходит. Опять же, есть публикация, достаточно свежая 2019 года. Метаболомная профиль эндометрия. Позволяет обнаружить потенциальные биомаркеры для диагностики эндометриоза на ранних стадиях. И вот мы читаем в публикации 2012 года. Пишет, что элларгенина больше в эндометриоидных. Этеротопиях. Так можем ли мы давать аллергенин как оксидант этим пациентам или нет? Мы начинаем копаться в литературе. Я думаю, вот в 2014 году мы опубликовали исследования, которое проводили на большом массиве женщин. Ну, показалось, что это работает, и мы это делаем. Но в первый месяц, ну, как правило, даем гистогены и потом сопровождаем тевартином. И это работает, работает лучше. Но что происходит? местно накапливается этот аллергенин, потому что синтетаза там подавляется. В принципе, в организме есть оксидативный стресс в целом. И вообще в организме синтетаза в нормальном количестве, а вот локально она подавляется. И вот эта местная доступность аллергенина в качестве субстрата может быть снижена. И вот тут как раз расписана активность аргеназы, утилизирует аргинин, чтобы синтезировать разные вещества, поэтому это конкуренция за доступность этого субстрата. Когда мы уже понаходили все эти публикации, поняли все эти пояснения, тогда мы понимаем, почему клинически мы смогли получить такой результат. Вот сейчас мы запланировали исследование по использованию л у пациенток с аденомиозом при боли. А тут были пациентки с эндометриозом, который был пароскопически подтвержден. В 2013 году это было исследование, мы его опубликовали. И вот одна группа, вернее, вот две группы принимали это три месяца, Одна принимала это вместе, вместе, с тевартином, с донатором оксидазота. Вот почему мы выбрали эту схему в первый месяц? Я теперь понимаю, это была хорошая схема. Мы долго не давали. Я не знаю, что будет, если дать много, большое количество. Хотя мне кажется, вот мы показали этот слайд, это большие дозы аллергенина. Это уменьшает боль, а маленькие потенциируют. И что получается? Низкий уровень аллергенина в самой эндометриоидной гидротопия наоборот повышает боль. Когда мы даем аллергенин извне, в организме увеличивается количество аллергенина и уже в эндометриоидной гидротопии туда поступает то количество, которое представляет собой увеличенную дозу, которая наоборот обеспечивает сам по себе обезболивающий эффект. И вот первый месяц мы через день, десять дней проводили внутривенный вид инфузии, а потом еще две недели давали пероральную форму тивартина. Три раза в день, курсами по 14 дней. И так три месяца. И вот что получилось межменструальный эндометриоз и связанная с этим боль в тазу. А через месяц смотрите, какое существенное улучшение. У нас задача какая? Получить результат быстро. Почему это важно? Потому что нам надо, чтобы была комплоентность пациентки к лечению и комплоентность пациентки к врачу. Я ранее говорила, что пациенты со сложным психологическим состоянием, у них есть определенные виды эмоциональной лабильности. У этих пациенток все же были, все уже были плохие, и я у них буду плохая. Если ей не станет резко лучше, если она быстро не ощутит результат, Но ну, она тогда пойдет дальше искать какими-то окольными путями, кого-то сделают где-то какую-то непонятную операцию. Нам надо, чтобы она поверила, чтобы она нашла хотя бы силы в себе, придерживаться три месяца какого-то стратегического подхода. Не то, что доктора будут хуже, у них будут другие подходы. Отсутствие системного подхода к лечению – это большая проблема у этих пациенток. Поскольку они эмоционально лобильные, они ищут себе лучшие жизни и находят в себе черти что. Поэтому первый месяц и второй результат. Вот мы имеем ситуацию, которая лучше в случае с употреблением не нежели без него. Лучше, чем просто на дианагесте. Ну и вот три месяца после лечения. Если мы не используем дианагест, то боль начинает постепенно возвращаться. Поэтому вот сегодняшние рекомендации указывают на то, что три месяца использовать дианагест это мало. Тогда, когда мы планировали исследование, это было так, а на сегодня это мало. И на сегодня мы рекомендуем проводить 6 месяцев дианагеста. 3 месяца мы его сопровождаем тевартином, а дальше еще 3 месяца используем сам дианагест. Но вернемся к нашему исследованию. Мы видим боль при месячных. Закончилась терапия, не было месячных, не было боли через месяц месячные вернулись, еще вроде было ничего, а через два месяца после лечения или три месяца месячные опять вернулись, но боль намного была меньше в той группе, которая принимала тивартин. И это позволяет нам предположить, что такой подход и использование антиоксидантной терапии в виде алларгенина дает не только обезболивающий эффект, но также это имеет патогенетическое действие системного организма. Может, может это системное влияние на нервную систему, может на обмен веществ. мне тяжело сказать о том, что это за механизм и, в общем то всем тяжело это сказать. но клинически мы получаем вот такой результат. Ну и степень важности боли такая же. У пациента, которые получали аргинин, наблюдалось снижение боли не только за счет характеристики силы, но и за счет сенсорной, эмоциональной характеристики боли. То есть не только индекс боли был, но также и ранговый индекс. Но вот, собственно, именно ранговый индекс боли уменьшался у этих пациенток. Ну и какие механизмы? Нормализация сосудистого тонуса, уменьшение аксиативного стресса, психостабилизирующий эффект, повышается даже антибактериальная активность нейтрофилов. Мы вполне можем это предположить, поэтому это то, на что влияет аллергенин, исходя из существующих исследований. Уровень боли будет меньше у этих пациенток. Ну и опять же интенсивность менструального кровотечения. Тут достоверность невысокая через 3 месяца после терапии, но тенденция, по крайней мере, такая, что эффект лучше. Вот на сегодня, несмотря на то, что, как я говорила, когда мы обнаружили эту публикацию в 2019 году, мы в начале 2019 года проводить исследования планировали. Вот проведем мы мало исследования при аденомиозе, при болевом синдроме. И вот мы находим исследование с метаболическим профилем, мы думаем, а может мы не будем его проводить, может что-то не то. Начинаем поднимать литературу, ищем объяснение и находим, как раз те объяснения, о которых я сегодня говорила. Поэтому мы, по сути, возвращаемся к целесообразности использования эларгенина как сопровождающей терапии на фоне использования диагноста у пациента не только с внешним эндометриозом, но и с аденомиозом и ретроцервикальным эндометриозом, с выраженным болевым синдромом, мы понимаем те механизмы, понимаем, что есть ряд механизмов, которые действительно обеспечат хороший клинический результат. Вы знаете, почему именно вот эту фразу я хочу представить в завершении выступления. Быть полезным и иметь спокойную совесть. Ну вот а что касается спокойной совести... Мы очень много перелопатили литературы перед тем, как решили все-таки еще раз акцентировать внимание на том, что именно такой подход имеет право на жизнь, и мы в дальнейшем будем его использовать. Спасибо за внимание, я рада буду отвечать на вопросы.